саженцы дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Honey Crisp Lobo позволят сэкономить место на садовом участке благодаря тому, что два разных сорта яблок созревают на одном дереве. Honey Crisp порадует крупными ароматными кисло-сладкими яблоками с долгим сроком хранения. Яблоки сорта Lobo созревают в октябре, в период зрелости имеют красную окраску с темно-бордовым оттенком. Плоды отличаются сладким вкусом с незначительной кислинкой. Оба сорта считаются зимними, поэтому они характеризуются отличной транспортабельностью и очень долгим сроком хранения. Используются для приготовления всех видов консерваций. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Honey Crisp, Lobo – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Honey Crisp, Lobo можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания яблони прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Honey Crisp, Lobo в месяц май. Интересные цветы яблони могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно овальный. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Honey Crisp, Lobo имеет зимний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь. Форма у плода округлая. Вкус кисло-сладкий, мякоть твердая. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, яблони 2 сорта Honey Crisp, Lobo, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.